В этом году традиционный открытый чемпионат Сароу по дартсу соберет спортсменов не только нашего города. На соревнования приедут участники из Мордовии, Пензенской области и Коврова. Не обойдется без игроков из Семенова, Балахне, Арзамаса, Нижнего Новгорода и Дзержинска. В честь нашего города будут защищать представители Федерации дартса, и шансы у команды Сарова занять призовые места есть. В женском турнире довольно высокие. У нас женщины одни из самых сильнейших в области. У мужчины, конечно, шансов значительно меньше, если вот приедут все, кто планировал. Ну, хорошо, если в четвертьфинал попадем мужчины. Ну, в полуфинал это вообще будет здорово. Чем хорошо дартс, такая игра, там все возможно. Участников ждет несколько испытаний, как в личном зачете, так и в командном. Вначале у нас уже традиционная в область, единственная, кто проводит пятиборье, это там набор упражнений пяти, так как пятиборье. Вот. Потом личные турниры, мужской и женский. Соревнования пройдут 31 августа и 1 сентября. Начало в 11 часов. Прийти поболеть за спортсменов приглашаются все желающие. Также все, кому уже исполнилось 14 лет, могут принять участие в турнире в качестве игроков. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.